Сегодня 14 июня, 2 часа ночи. И, ой, я на Times Square. Сейчас я потихонечку продвинусь и попробую показать, что здесь происходит. Да, это был зум включен, пардон. Значит, вот так вот выглядит Times Square. Сегодня огромное количество Хэллоуин вечеринок. Много людей ходят разодетые в костюмы. Ну, а вот здесь вот такое интересное, вы видите, световое панно. Я почему включила камеру? Потому что на площади стоят люди, на них направлена камера. И их можно видеть на большом панно. Вот здесь вот, где сейчас идет реклама Facebook, что-то там, Dunk, что там, Me. Но вот сейчас уберут рекламу, и можно будет увидеть, что эти люди играют виртуальным шаром. На них падает большой виртуальный мяч, они его отбивают, и оно действительно отбивается от рук. Это очень интересно. Так, сейчас пошла реклама. Я вам пока покажу другую сторону Times Square, пока там этого всего нету. Ну, вот так вот. Так вот это все выглядит. Очень много огней. Вообще сегодня, конечно, ночь очень такая оживленная. Вот здесь вот есть такая конячка, развозка. Вот. И вот мы сейчас пойдем уже к машинке, потому что мы уже все очень сильно устали. Ну, а, к сожалению, не включают камеру, идет реклама. Поэтому я вам, может быть, даже и не покажу. Но вы можете себе представить, что это. А переходы здесь вот обозначены белым, белым таким движущимся шагом. А когда заканчивается, то начинает мигать. Вот здесь вот, вот такая красная рука. Очень сбивает с толку, потому что мы привыкли, что красный — это уже нельзя идти. А здесь красный — это как раз еще идти можно, но надо... Но надо быть внимательным, потому что сейчас закончится уже переход. Ну, вот такая вот картинка. 2 часа ночи, 14 октября 2012 года. Еще маленький кусочек. Здесь вот были вот такие инсталляции из пластика. Какие-то роботы. А это, скорее всего, тоже было посвящено Хэллоуину. Ну... Вот такая вот картина. Все, пока, до встречи.